Давайте. Привіт! Ми знаходимося в галереї сучасного мистецтва InVogue Art, де відкрилася виставка «Обіцянок». Шість художників зібрали свої твори, малюнки, фотографії, скульптуру та навіть відео, щоб задати собі і глядачам питання – хто, кому і що повинен, і чи повинен взагалі. Изначально у нас была идея поговорить на тему обещания, то есть это как бы планировалось достаточно давно, вот, и подобрались просто художники, которые сделали какие-то определенные такие свои высказывания на эту тему. Подтекст он есть, он существует, у каждого он свой, у кого-то, например, у Ромы Громова он очень политический, да, у кого-то он очень романтический, у кого-то он такой в виде лозунга, то есть это про обещание себе, кому-то и критика обещаний в целом. Расскажите настрой у всего этого. Да, это антинаграды за антидостижения. Да, называется «Воистину готов». Это омаж советским значкам, которые вручались за спортивные достижения в области легкой атлетики. Да, я вот взял и это все перетрансформировал в награды, которые вручаются самым жутким и гнойным политикам. Да, эти работы я сделал 3 года назад. Вот, это в основном то, что творилось с Украиной тогда. Вот, да. А сейчас немножко другие. Это вообще серия длинная, она идет из 8 значков. Сейчас я еще доделаю, там, может, чуть попозже, новые работы. Они будут менее жесткие, чем эти. Да, сейчас много хороших изменений. Я бы дал какие-то позитивные награды. Вы представили 2 фотографии. Какая идея их? Идея одиночества и человека на фоне ландшафта. Я много путешествовала по миру, и эти фотографии, то есть на фотографиях я сама являюсь моделью и постановщиком. А, то есть вы сами себя фотографуете? Да, либо ассистент. А где они сделаны, эти фотографии? Те 2 фотографии, они сделаны в Боливии 3 года назад, когда я ездила. А как это можно вписать ось у лозунг этой выставки «Даю слово»? Я думаю, что можно писать в том плане, что на этой фотографии непонятно, что там происходит, и обещание в том плане, что ничего конкретного и все возможно. Вы единственная людина, которая на этой выставке представила скульптуру. Расскажите, в чем идея? Ну, это как бы, да, 2 собаки, они между собой не разговаривают, то есть они повернуты друг на друга, но при этом как бы не смотрят на зрителя, и зритель как бы смотрит на них, как бы он разговаривает с ними. И у этой работы такое смешное название, то есть dog talk, собачий разговор, то есть это одновременно еще как бы идет в шутку, то есть насколько все это серьезно. Що саме для вас обіцянка? Ви вважаєте, що хтось комусь щось потрібен робити, доказувати, обіцяти? Кожен має, в першу чергу, самому себе щось пообіцяти. І якщо він обіцяє комусь щось, то він обіцяє себе, що він це зробить. Ви можете дати слово зараз, щось пообіцяти таке, що ви точно виповните? Даю слово бути собою. Для мене це, звісно, дати слово і зробити його. Да? У нас є одна з робот, вот Анна Ануфрєва во 2-му залі, «Даю слово». Мені кажется, це таке дуже такое символічне висказування. І к этому треба стремитися глобально. Обіцяти і робити. Посредством слов в тебе влюбляються жінки, посредством слов міняється страны, города, меняется все. Все слово – это самое важное, что есть у человека. Но это тот инструмент, который идет в самом конце, после того, как ты пропускаешь все через себя. И слово – это финальный этап, который завершает эту сложную формулу. Что вы себе обещаете? Я себе обещаю, что стану великим художником, и это не первая и не последняя моя выставка. Виставка буде тривати до 17 жовтня. Вхід для усіх вільний. З вами була редакція. Ну, а я даю вам слово, що ви не пожалкуєте, якщо підпишетесь на нас ось тут, тут і тут. Побачимось. Редакція.